когда допускаешь такие ошибки, Зенит там, Зенит быстро наказывает. У Ахмата сейчас неудачная серия идет. С чем вы это связываете? 5 матчей уже без побед в РПЛ. Ну, слушайте, многие команды переживают какие-то спады, но в наших силах все изменить, поэтому у нас есть в чем стремиться. Есть все для этого, чтобы эту полосу прервать. Говорили, что команда был всплеск после ухода Ташуева, что игроки устали от него. Это так? Не знаю, кто это вам сказал. Ну, такие мнения. Ну, не знаю, у кого какие мнения, кто от кого устал. В любом случае, после ухода Ташуева был хороший этап, были хорошие результаты. Ну, это футбол, бывает такое-то, что команда где-то блестит, а где-то проваливает. Но нужна стабильность, и нам есть к чему расти. Нет опасений, что все может закончиться вылетом? Нет, нет никаких опасений, что может закончиться вылетом. У нас достаточно квалификационных футболистов, и есть ресурс для того, чтобы снова оказаться там, где мы хотим быть. Георгий, там под конец что-то нервничали, да, с партнером не поделили, что-то там он не так сделал, если не секрет. Слушайте, ну, футбол – это эмоциональный вид спорта, без эмоций в любом случае в спорте ты не сыграешь, поэтому то, что происходит на поле, это остается на поле. Кем-то был недоволен, кем-то был доволен, кому-то нужна встряска, кому-то наоборот похвала, так что… Это индивидуальные моменты, но внутри нашего коллектива. Вы, конечно, вратарь, это специфическое амплуа, но можете сказать, в чем сложность игры именно с «Зенитом»? Ну, может быть, вот уже не первый матч в этом сезоне. Ну, «Зенит», все знают, что у них сильные футболисты, играют комбинационный футбол, владеют мячом хорошо, и нельзя давать зоны. Хорошие в быстрых атаках, то, что мы сегодня и увидели. Ничего нового, пользуются своими сильными качествами. Два гола, наверное, были обидных, да, там не разобрались сначала защитник, а потом как-то элементарный прострел и никого. Или это тоже мастерство? Вы разбираете конечную стать атаки, а все начиналось с нашей атаки, где мы потеряли мяч и получили быструю атаку. То, что я вам сказал, то, что «Зенит» хорош на быстрых атаках, то, что мы не должны были им позволять делать. Мы позволили и поплатили за это. Ну, успехов вам. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Принимать факел как раз. Да. Ташуев приезжает. Ну что, ты вспомнил пароль? Мужики, да вы чего? Я просто откладывал, чтобы на любимый клуб поставить. Да будьте вы людьми! Говорят, прогревание провал в памяти помогает. Не понял. Вас что, теперь двое? Да, я просто иногда себя удваиваю. Чего? Это как вообще? А мы в Винлайн теперь все удваиваем. Просто регистрируйся на Винлайн. Вноси депозиты, мы тут же удвоим его. То есть Винлайн удвоит все, что у меня в сейфе? А сколько у тебя там? Ну, 1007-8, не меньше. Слушайте, у вас нет какого-то напильника или